Создавать отношения – это талант. Нужно мастером быть, нужно чувствовать душу. Вот секрет, как алмаз превратить в бриллиант, его сути природной ничем не нарушив. К совершенству запросы всегда высоки. Муж с женой, как художник с художницей в паре. Создают натюрморты в четыре руки, сочиняют мелодии, пишут сценарий. Все здесь важно. Касание, голос родной. В вечном танце сплетаются нежность со страстью. Отношения – это не стаж трудовой. Измерять их не временем нужно, а счастье. Так бокал или полон вина, или пуст. Или нет ничего, или что-то осталось. Отношения – это из сферы искусств. А в искусстве важна даже самая малость. Нужно жизнь окружить сотней светлых лучей. Нужно вкладывать лучшие ноты друг в друга. Нет готовых набросков и точных идей. Ваш совместный шедевр – только ваша заслуга.